Сегодня будем жарить пойманную рыбу. Ролик посмотрите, как я ее ловил. Хочет на сковородку побыстрее. Сейчас почищу и пожарим. Вот такой у нас, ребята, славный, сладенький ноябрьский карасик. Посмотрите, как я его ловил, еще раз прошу. Вот это видно вам, это ловит мой сосед Борис. Он специалист по местным местам, как говорится. Ну что-то поймал. 4 карасика, говорит. Ну посмотрим, что будет. Я сейчас вот здесь посижу, чуть-чуть нету. Пойду на то место, где я ловил первый раз. Ну что, ребята, идем к специалисту Борис. Вот тут главный. Он тут ловит рыбы всегда немерено. 5 килограмм, 3 килограмма. Что сегодня, Борис, скажете нам? Спасибо. А ну покажи. О, смотрите. Уже наловил где-то килограммчик, поймал. Да ну, что? Нет, 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 сюда нет. А рыбу поймал. А я и поклевки не видел сегодня. Вот. И что это я значит? Я сиди вот там. О. Ага. Вот такая глубина. Ну, было течение. И я на 2 утки такой. Вот так, видишь? Ну, ладненько. Желаю удачи. Я пойду посмотрю, бо там снасть я оставил. А-а-а. Ну, молодец. Еще поймаешь. Ну, сейчас часок посижу. Ну, правильно. Что тут того времени? Что там по поводу давления вы говорите? Поменялось давление. И перестало клевать? И перестало клевать. Вот сволота какая. Вот это пекаря. Видишь, а думали, что она тут всегда клюет. Она тебе вот тоже хитрая. Рыба и рыба. Правильно. Это пекаря. Граждане, наконец-то я поймал карасика. Вот так вот. Так что, может, будет клевать. Второй карасик попался на другую удочку. Так что, может быть, и дело пойдет. Ребята, вот такая фигня. Поклевки на 2 удочки. Видите, синька и карасик. Вообще синька задолбывает, не дает подойти к карасю. Кидает, клюет почти как карась. Думаешь, карась, а там синька. Вот такие у нас пока результаты. Ну что, ребята, сегодня вот такой результат. Тут больше десятка карасиков. Одна синька. Все, собираюсь домой.